Бедные дети купаются. И взрослые заходят освежиться. Ремонтные работы идут. Люди работают, плиточкой укладывают. Ну, очень красивое здание, очень. Прям такие вот узоры наверху. Здание 19 века сохранено. Сейчас это университет. Лавочки отдыхающие. Для студентов лавочки. А это, я не пойму, скейтборд что ли какой-то. Похоже на него, как катаются, как кататься детям. Ну и здесь площадка. Там вдалеке видны как арки. Это торговые ряды 19 века, когда Троицк, город Троицк, был центром шелкового пути. И здесь вот поэтому верблюды везде. То, что сейчас мы были в музее и посмотрели, что здесь останавливались караваны верблюдов. И вот в этих торговых рядах шла бойкая торговля. Такая огромная площадь здесь. И вот эти торговые ряды, вот за этим шатром тоже, вот они как буквой П располагаются, эти торговые ряды. Это как памятник архитектуры 19 столетия. И вот с этой стороны тоже эти торговые ряды. Вот буквой П они сделаны. Очень, конечно, красиво. Сейчас уже все современнили. Фонтаны поставили, детские площадки обустроили. А где наш? Вон он бежит. Опа! Пролетел, не зацепило от тебя? Пусть побегает. Вот Ваню попросила какая-то женщина. Ваня ее сейчас будет снимать. Как она купается, тоже хочет вот искупаться. Так вы туда под струйки заходите. А она не поднимется, пока вы не зайдете. Конечно. Дима. Помаши рукой. Накупался уже ребенок наш. Самой хочется под эти струйки залезть. Так неожиданно, когда идешь, они начинают себя обрызгивать. Ну все, наш Димка уже весь мокрый, босиком.
Вот я не знаю, какая-то улица или улица Ленина, наверное. Вот старинное здание. Тоже реконструкция идет его. Молодцы, что поддерживают эти здания. Все ремонтируют. Но здания тут старинные, все 19 века. Очень красивые. С лепниной. И тоже какое-то учреждение. С флагом даже российским. Даже не знаю, что это за здание. Потом вот следующее здание. Смотрите, какая у него архитектура. Лепнина какая. Сверху. И вот прямо по курсу тоже здание с лепниной. Так, ну тут вывески. Вот такая вот площадь центральная. Ну, ребятишкам раздолье купаться. Ребятишкам раздолье бегают по фонтану, купаются. Даже раздеваются. Родители рядом сидят в ожидании детишек. Так, по-моему, это мой внучок бежит. Конечно, разделся до труселей и тоже полез в фонтан. Сейчас я подойду ближе. Площадь напротив школы искусств. Детская школа искусств. Понятно. Раз школа искусств, значит, у нас здесь и сделаны музыкальные инструменты. Фонтан для ребятишек. Купаются в фонтане. Так, вот там вдали какой-то памятник. Сейчас хочу к нему подойти. Посмотреть, кому этот памятник. А может, это какой-нибудь композитор. Ну, ребятишки голышом купаются. На улице жара. Так, ну вот школа искусств. Видно, что тут пара танцующая. Пианино сделано. И там вдали музыканты. Хочу подойти к этому памятнику, посмотреть, кому этот памятник принадлежит. Везде скамеечки для отдыхающих. Цветочки только высадили, видимо, недавно. Совсем маленькие еще цветочки. Сейчас хочу посмотреть памятник, кому принадлежит. Отдыхающие сидят везде. Вечером, конечно, эти все ели подсвечиваются. Голубые ели, кстати. Это все голубые ели, огромнейшие. О, это Ленина памятник. А я думала, кому это памятник? Ленину. Оказывается, я думала, какой-нибудь Чайковский. Огромное, красивое здание, очень длинное такое. Сейчас приближу, постараюсь. Челябинский государственный университет. Троицкий филиал. Двухэтажное здание. Когда-то здесь было, не знаю, что здесь было, какое-то старинное 19 века здание. Надо бы узнать, что здесь раньше было в этом здании. Очень красивое, резное.
купленный.